Так. Наши... Тут нормальная постановка. Наши лучшие люди. Энтузиасты. Чуть громче. Инженера и профессора. Патрону Патрону сейчас будет заводиться так. Красный автомобиль. Так это Карсон. Держать его надо крепко, чтобы он не улетел. Вот тут снимет. Вот пришла-то. Так. Блин. Уходи. Пошло. Давай, счастливые лица! Давай, счастливые лица! Она побежала по земле и работает! Счастливые лица! Супер! Просто супер! Бензин с маслом должен быть или нет? По-любому с маслом. Маслом? Конечно. Это у него, у нас с открытым газом получается. Газ прикрывать. Так открытым? Так прикрывать? Да. Ты я же он у тебя убегает. Понял. Ты его закрой, то можешь так чипачить. Виталий, ну, помоги мне. Давайте начинайте все сначала. Я выбрал ракурс хороший. Ты пока мы сейчас почистим картофель. Это ж техника, блин, старинная, она. Так, я вот вход, я вот выход. Это думал, что вход. Так, вас совсем не подходит. Я тебе уже говорил. А так же, вон где получится. Да на шлунишь, Что, не та шрангочка? Да. Тут, Коля, ошибаться нельзя. Так что ты думай хорошо. Если ошибаешься, ты всех разочаруешь. Да. Так, это, по-моему, было так. Так, давай, нет, ты пока отрез за базу. Кабельщик уже после канатки хранится. Чихуахуа. Все. А это надо посмотреть, посмотреть, да? Так, а это, давай, все. Мотор! Все, там все забито, наверное. Ну что, давай с другой стороны.
ты попробуй, она же будет. Танец оно или не тянет? Нет, я вот она тоже. Очень известно, что ты где тратишь. Давай лучше так, напрямую, напрямую. Не понимаю, как. Как, да? Да. Это он тебе делает. Нет, ссылку выше там, да? Отсюда может все встанет. Не может встанет. Держи лучше, то перевернется. Лучше держи. Вот. Можешь? Одевай перчатки. Перчатки одень, Коля. Это не глушит тоже. Одень перчатки. Перекусывай. Перекусываем шланги. Ага, знаешь, как это работает. Какую-то эту там надо будет нам перчатку сходить. Нет, так сюда закроешь. Так это уже делать без перчаток. Ай, подожди, какой неудобный я беру. Дай мне пир. Дай. Ты знаешь, что ты глушить будешь, Таня? Таня. Держи тоже. Да. Газу! Держи или не хочешь? Не сука, его трусит. Ты пропал.
Рот отдал, блядь, выстрел. Что, он рукой завалит один день? Нет. Нет, пусть тоже надо. Слышно? Правильно, сторону. Заебал обижать тяжело. Давай его на рамку прикручивай. Давай приварим такую рамку. Давай его прикручивай. Я понял, это штука, я уже не буду. Надо будет убить. Ты перестань другое, просто нет. Прикрутить его на рамку. Как его? Он заводит, я полный гавр. Коля, осторожно. А то сейчас все пропадет. Ты снимал все? Ну да. Да давай его прямо к этому, к верстаку. Прямо к верстаку прикрутим. Пару оборотов. Давайте к верстаку прикрутим. Уйдет. Да, кондиционер. Бутылка. Бля, блядь, дело пошло опять. Надо накинуть. Что там было? Там генератор, я в карте был. Что он, блин, там нету этого светления. Не-не-не, мы что? Так, да, ну ты чё? Получается, сама регулирует. А, вы нагрузку, да? Дает вам ага. Регулятор оборот. Как она сама оборот Бутылка падает. Бутылка. Сейчас, ехать не будем. В принципе, это вот следовало. Что вы хотели? Что вы хотели?
Чего хотим? Чего хотим? Да, тут на каждом элементе такие громкие названия. Bosch, Procter & Gamble. Там заведется вибрация, начнется. В руках ее надо держать. Да, в руках надо держать. Надо. Давай. Не потянет. Не. Не пал я в что-то уже. Нет. Я Ну, надо ты потянуть. Ну, погнали. Ты когда там что-то начал нажимать, как ты начал веселее работать. Да оно так делает, гир. Когда его открутить, где 6 грани взять? Бля, где 11 грани взять? Четвертый ему. Не, вот это мне понравилось, ну ты как-то бурлит. А тут снимаешь крупным планом.
Я еще за него держал, блин. Я думал, ты бежал, блин. Так только вибратор, нужно работать. Я может, он просто в старости так работает, уже должен работать. Как так в старости? Столетие, это не надо. Это масло тома еще в этой штуке. Чтобы мы его в разнос не пустили? Наоборот, отключаем. Как он может? Я вам помогал, он сейчас перстневой, у меня шея. Ну, а кто его знает? Он же видно, как маховик, как раскрутится. Знает, где-то. Ну как? Так, думаешь, я это удержу сейчас, а то, как начнет рычать, вибрировать. Вибрировать. Серега еще не полностью. Куда мы ему там все едем? Ну давай еще раз. Не схватил. Надо его. Чувак, пару, я так газует, блядь. Что? Да тоже дверь, блядь. Что из дверь, блядь? А что открутил? Да, газует. Пался в один залог, прогрел. О, пался в один, все хорошо. Зима там остынь, газ хороший. Как она все разбирает, авторазборка. А все, шланг выпал, блин. Да. Серьезно, надо серьезную рану нанести. Мопед может уйти. Надо его прикрутить к той плите, которая там лежит. Мопед может уйти, блин. Нет, в интернете смотрели, чуваки ставят, знаешь, типа этого... Что там, огонь идет? Типа да? Минска, мотоцикла такого, мотор выкидывают, ставят этот, знаешь.
вариатора, знаешь, как его завести на этом мотоцикле, Андрей с тобой имеет. Надо такую, знаешь, среду, как он говорит, ай-яй-яй-яй. Мне нужно прибавить. Выводим еще раз. У меня нет деньги. Есть, вот так. Нет, так она выпала была, наверное, уже завтра. Пробуем. Не заходит он, выжирает. Ну что выжирает? Карбюратор надо большой будет. Да, я. Слышь, да с мопеда можно карбюратор снять, если этот не хочет реанимировать. У нас дочь. Да не факт, что он должен. Чуть держал, как пало. Хорошо, что-то разбирать. Да. Алло, 067. 067. Да. 529. Не. 526. Неправильно. Да. Бог не тут закрыть, а. 91-84. Ты к глазному далеко не, давно не ходил. Да ты, блин, чихнёт. 84. Да мы тут заводим мотор один. Что там, Саня, что там показывает? Там есть. Все такое грязное. Но он дымит сейчас меньше, чем с глушителем. Видно, глушитель там. Там масло полный глушитель. Ну, значит, он работает должен на масле, если масло не сгорается. Ну, на маске должен работать. Ну, там же нету смазки, больше нету, не пишу. Скорее всего, что да. Ну, заводиться как-то... Ну, тут надо сейчас... Знаешь, надо такую ручку такую сделать, знаешь, как в мотоблоках. Смога это. Знаешь, тут он когда работает, этот бензин, по-моему, от нее его нет. Он где-то висит. Я тебе говорю, давай подержу. Пенивает, да. Так, попробуем. Что, заводим? Давай, еще раз, и все, я пошел. Не могу опаздывать. Подожди, я... Нет, другой, не переключилось случайно? По-моему, туда, да. А может, мы его не тут? Давай в другую сторону заведем? Нет, а не, ну... понимаю, я скрыл в другую сторону. Плюет карбюратор тогда. Что ты раскрутилась? Не пускай место. Да, бензин тоже хорошо живет, как бы. Бензин хочет. Да ну нас. Он не берет. Нет, это он не берет. Вентилятор. Да, ну нахуй, пальцем не надо. Все, хватит. Все, хватит.